климат. Наконец-то! Совершенно непередаваемое ощущение. Непередаваемое. Ну, лучше шпагат. Если бы не он, конечно. Ну, лучше шпагат, потому что он не может добрасывать рука. Это травма. Она еще не дожила. Что им поставили? Первый уровень, наверное. Второй. Но отминусовали там от души. Немного. Ну, это понятное дело. Это все понятно. Остальное запредельный восторг какой-то. Какая же столбова партнерша. Вытаскивает сумасшедшие вещи. Выброс какой, приземление. Да она вообще не думает. Она даже не думает, она заходит. Она не готовится ни к чему. Очень хорошо, но с ошибкой. Владислав Жавнирский, их личный тренер, да. Нина Мозер. Чуть-чуть не хватило, да, если бы не вот этот первый стартовый элемент, вот смотрите. Рано очень. Да, но Ксения молодец, довернула до третьего оборота, хотя там высоты не было совсем. Совсем. Это вообще, как она его подняла, как она левым бедром пошла вверх, потом туда к нему подтянулась, к этому бедру. You know I love you. I love you. I love you. I love you.
как один человек, не глядя. Пройдет рука, подлечит руку. Какие же они красавцы, какая же красавица эта Ксения. Какой же у нее характер сильнейший, сильнейший, прямо вот видно. Какая она упорная. Тренеры много пережили с ними в этом году. Потому что когда есть большая травма, то Климов, всегда очень тяжело. Оценки говорят нам, что Ксения с Федором чуть-чуть уступают Сашенко Массо и занимают в настоящий момент третье место вслед за Владимиром Траньковым и немецким дуэтом.